Всем привет из Рима. У нас заметно похолодало, на сегодня обещают 31 градус. Я купила билеты. Отправляюсь в небольшое путешествие. Железнодорожный билет возбуждает больше надежд, чем лотерейный, да? Скоро отправляюсь в поездку. Не помню, кто сказал. Напишите, если вспомните вы. Приехали в Кортону. Смотрите, здесь есть эскалатор. Фу, я думала, будем подниматься пешком. Ой, спасибо, что вы нам помогаете с эскалатором. Это же сил нету в такую жару подниматься пешком. Да, отсюда даже озеро видно, Тразимена. Сегодня будет видео прогулка в городе Кортона. В кадре сейчас озеро Тразимено. Кортона – это тосканский город этрусского происхождения. И отсюда, вот с этой панорамы, видна граница с Умбрией. Озеро Тразимено – это озеро, которое расположено в регионе Умбрия. Так вот, Кортона – это город этрусского происхождения, который, как и многие средневековые города, сохранили свои древние стены. И также Кортона является главным героем бестселлера «Под солнцем Тосканы». Мои зрители мне уже писали об этом, писателя Фрэнсиса Майеса, поэтому, если вам будет любопытно, посмотрите, обязательно почитайте. Который проводит часть года в Кортоне на своей вилле Брамассоле. Дальше я еще раз покажу панораму, которая открывается из Кортоны. Нам не удалось насладиться этим городом и посмотреть во всей его красе, потому что на улице 38 градусов. Это была очень тяжелая поездка для нас и не самая лучшая идея, потому что город находится на холме. 38 градусов очень тяжело нам давались. Тем не менее, посмотрите, в городе очень много туристов. Мы практически не слышали итальянскую речь. Мы идем по одной из главных улиц, где находится множество магазинов, ботеги с кафе, ресторанами и магазинчиками продукции местного производства. Здесь какой-то меркато. Смотрите, люди как балдеют. Это везде одинаково продается. Что у нас? Высоким сезоном для посещения является период с мая по сентябрь. Это самые красивые месяцы с точки зрения природы, климата и оживленности места. И в этот период Кортона просыпается от зимней спячки. Но я бы убрала отсюда июль и август, потому что очень-очень жарко. Здесь я показываю двери. Мы выходим снова на смотровую площадку.
Средний сезон октябрь, ноябрь, декабрь, март, апрель. Вот, наверное, это самые лучшие месяцы для посещения. Такая панорама открывается здесь, площадка смотровая. Мне просили показать кладбище, но я не хочу. Ну вот это кладбище итальянское. Какая терраса. Такие, посмотрите, какие здесь. Тут все, что есть, все вкусно. Sono qui per la birra. Gradite assaggiare? Sì, yeah. Questo è buono, ottimo. Si sente proprio il burro. Carino. Мама мия, Иль Поццо. Смотрите, какая прелесть. А, вообще. Такой небольшой сюжет у меня был из картона. Я думаю, что это не последний сюжет, поэтому мы встретимся под солнцем, уже не под солнцем Тосканы, потому что это на самом деле было невозможно тяжело. Мы встретимся в этом городе в другой сезон, осенью, потому что нам понравилось, и мы, конечно, не посмотрели много интересных мест. Спасибо вам всем за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем пока. А престо. Билеты уже куплены, так что встречаемся в других городах. Те, кто смотрел видео до конца, напишите, в каком городе мы будем гулять в следующий раз.